Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на GG-шоу, GG-шоу, кому как угодно. Ребята вернулись, представили видео «Восстание хейтеров», продолжение. Давайте не будем тянуть и уже посмотрим. Кстати, у них тут уже второй выпуск, ничего себе. А, ну он, по-моему, на YouTube. Ладно, будем ждать, когда выйдет на YouTube, а потом уже посмотрим и сделаем реакцию. Поехали. Ну, кстати, короткий выпуск. Алинур, Абдыкалыков, Чингис Султанов, Нурсултан Курсанан. Шел уже 15-й день восстания. И Ростислав Ящик. В мире начался хаос и беспредел. Мы понимали, что это когда-нибудь начнется. Но не думали, что так скоро. Люди всего мира начали объединяться и притеснять нас со всех сторон. Они угрожали нам, нашим родным и близким. Но несмотря на это, мы не сдадимся. Потому что мы хейтеры. Хейтеров. Так, в конце нам не давали сезона жить. Это началось куда-то давно. Наши аккаунты начали блокировать. Но мы начали создавать левые аккаунты, писать гадости и гниль через них. Власти развернули серьезную борьбу против нас. Отключили нам нахрен интернет. Но даже это нас не остановило. Мы стали еще злее, коварнее. Отлично, стоп кадр, сняли. Бля, ваш фильм будет хуйня, понятно? Режиссер пидор, актер из залупа, на выебу, нахуй! То, что весь мир был против нас, делало нас только сильнее. Но даже среди таких, как мы, появлялись предатели. Фу, блядь. Напиши им, позорите страну. Лучше бы вообще не выступали. Поете как уроды, танцуете как уроды. Ваши родители уроды, вы все уроды. Фу, блядь, позор нахуй. Вот так напиши им, напиши. Быстрее. Я сначала сами что-нибудь сделаю, а потом их критикуйте. Че ты сказал? Бля, братан, прикинь, вообще прогнал жестко жизни. Я только что сам хотел их отхуесосить, бля. А я смотрю, они реально красавчики, талантливые ребята, за ними будущее страны. Эх, вот так бац! Нормальную семью и щек, бля. И, короче, его жестко наказать. Выкладывай его фотку в Инстаграм, где он голый. И напиши комментарий 4 сантиметра. И поставь хэштег еще вот это дяу вот это. Поставь хэштег. Они изобрели лекарство против хейтерства. А это им не помогло. Профессор, мы ввели ему лекарство, и оно начало действовать. Так, давайте проверим, как он на это отреагирует. Ну-ка. Переходи по ссылке, и узнай точный счет матча. Песик тащи голову сарай. Смотри. Он уже не хейтит, но все еще спамит. Тогда они отправили к нам армию. Хейтеры, сдавайтесь! Давайте обойдемся без жертв! Эй, ебать, это что за залупа у тебя в руках, эй? Это пистолет, хуйня! Ты меня решил вот этим испугать? Я тебя сейчас вот этим автоматом разъебу! Эй, ебать, ты еще и косой оказывается, да? Нельзя что ли было стрельнуть-то в голову или в сердце? Я сейчас что, должен лежать здесь и истекать кровью? Ты кто, анашка на работу брал, да? Долбоёб, э!
Но они не знали, что у нас есть союзники. Я же матери. Здравствуйте, меня зовут Марина. Я сижу дома с двумя детьми и зарабатываю 79 тысяч рублей в месяц. Кому интересно, переходите по ссылке. Боты. Но им все-таки удалось победить нас. Они уничтожили всех. Я один остался в живых. Если ты хейтер, если ты слышишь меня, отзовись. Мы восстановим нашу армию и продолжим сопротивление. Я все. Слышишь? Слышу. Ну, звук, конечно, вообще полная хуйня. Даже микрофон, блядь, нормально не взяли, блядь. Эй, иди нахуй, черт, сука. Ты конченый же, ты конченый, не человек. Уилл Смит на минималке. Если ты хочешь, не дожидаясь, посмотреть следующий выпуск ГГ-шоу, то прямо сейчас переходи по ссылке в описании. Ссылка здесь, на YouTube, переходи, смотри. Да? Да. А! Давай. Так, я так понял, это у нас что будет сейчас? Сериал получается или что? То есть это, ну, они, наверное, отошли от формата скетчей, которые были. И, возможно, все-таки будет сериал. Я не знаю, я не буду сейчас смотреть второй выпуск, потому что его нет на YouTube. Как только ребята выложат к себе на YouTube второй выпуск, тогда будет, собственно... реакция. Но что-то, походу, не так уж и встретили хорошо их. 32 тысячи просмотров всего лишь до сих пор. Хотя, может, еще наберется, так как недавно только выложили этот выпуск. Вот. Ну, интересно. И я могу сказать, что я соскучился. Было забавно смотреть, забавно вся эта история с хейтерами и помощниками вообще прям меня вынесло. Вот, что-то я хотел сказать. А, ну я жду всю команду, жду всех тех же героев, которые засветились, так скажем, в первом сезоне. Появлялись все эти главные герои. И в чем прикол тогда главного героя шоу? Если тут сейчас нету одного главного героя. А, нет, отметили, там же в начале в титрах отметили ГГ, типа, Ростислав. Все, окей, ну я так понял. Может, я, конечно, не прав. Не знаю. Не знаю, что еще дальше вам... Ну, что там дальше будет. Не знаю, что сказать. Поэтому пока так. Я, в принципе, доволен началом. Заинтересовали. Жду продолжения. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.